мене є справа, яка вже триває з 2013 року. Це ще зверталася до бившого нашого президента Януковича Віктора Федоровича. 82 людини, навіть більше. Башкатанський район, може хто з вас чув, це села Пепіски та Константинівка. З приводу рейдерських захватів земельних ділянок. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день цей вопрос до сих пор не рішен. А зависить все це, я вам скажу сразу, від тих, хто стоїть за рейдерством. Якщо це має якийсь політичний оттінок, а в цьому випадку так і було, то от ці всі люди, які, ну, звичайні, будемо говорити, громадяни, які свої паї, будемо говорити, потеряли, они их уже назад никогда не вернут. И там было тоже вот эти вот все кровопролитные бойни, и там не только были земли, там были и целые, будем, свинофермы, и птицефермы, и прочее, прочее остальное. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что простой народ, он на сегодняшний день и раньше не защищен. Незащищенно объясню почему. Потому что когда он обращается в правоохранительные органы на действия, да, мы уже будем говорить тех или иных лиц, и в том числе исполнительных, государственных исполнителей, происходят отписки, элементарные отписки. Если народ пишет наверх, они спускают все на низ. И это будет всегда так, пока у нас не ужесточится наказания в виде именно уголовных преступлений, совершенных, да, теми или иными лицами. У меня был на моем примере, я не буду называть эти фамилии, там две были одинаковые по значимости правостоятельные силы, будем так говорить. Государственные исполнители с принудительного отдела, да, исполнительной службы, они приходили в следственный отдел, что они делали? Они пользовались статьей 63 Конституции Украины. Всегда так было, есть и будет. До тех пор, пока у нас не ужесточится и не пересмотрятся нормы Уголовного кодекса, потому что у нас на сегодняшний день, ну что можно применить? Как говорил Роман Иванович, это мошенничество, бандитизм, ОПГ, будем так говорить, но там надо иметь три обязательных признака, то есть это там должно два и более человека, они должны постоянно действовать и быть вооруженными. Вот. Это может быть вымогательство, ну и ряд других небольших таких статей. Да. То есть у нас рейдерство – это общее понятие. А что под ним идет, это такой очень-очень глобальный оттенок. Очень важно, кто за ними стоит. Здесь в данном случае, в моем случае, стояла, была политическая подоплека, там стояла партия.